Кибербезопасность, подлинность банкнот и личные расходы. Лекция по финансовой грамотности для молодежи «Профи» состоялась в Одинцовской библиотеке номер 1. К нам приходят школьники из разных школ Одинцова. Вот сегодня была 7-я гимназия, 9-й класс. Вот. Сегодня была вторая встреча. Она была посвящена защите российских рублей, банкнот российских рублей от большого монетчика. То есть какие степени защиты есть, какие там различные знаки делаются для того, чтобы защитить ее от фальшивых монетчиков. Как не попасть в ловушку мошенников, школьники теперь знают. Не сообщать незнакомцам код от банковской карты и проверять купюры. Бдительность никогда не помешает, говорят участники лекции. Я познакомился с дотоле неизвестными мне способами подделок всевозможных документов и, в частности, купюр. Также нам рассказали о способах подделки дорогих картин, о том, как мошенники подделывают эти картины и продают за огромные деньги и остаются в выгоде, обманывая при этом честных людей. Проект по финансовой грамотности продолжится до мая следующего года. Организаторы обещают, впереди много интересного и полезного. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».